Здравствуйте, собираемся на сплав по речке, в это озеро, из которого слева за поворотом идет речка и уходит туда дальше через систему озер в Чудское озеро. Вот, находимся на Псковской области. Вот, что я хотел рассказать. Хотел рассказать про эту прекрасную байдарку от Time Trial, которая радует у меня уже на протяжении месяца, как я ее использую. Во-первых, очень быстро собирается. Тут надувное дно и два раздельных продольных баллона. Вот. Ну, собирается она очень быстро. Минут 10, все, она готова. Вот. Также у нее имеются стравливающие клапаны, которые при нагревании солнцем или если вы перекачиваете лодку, они стравляют немножко воздуха, и все, и в баллонах получается такое давление, которое не дает лодке там получить прокол или еще что-то. Вот, что дальше? Ну, расскажу про устойчивость. Вот. Ну, конечно, по сравнению с этими старыми байдарками, каркасными, алюминиевыми, она устойчивее раза в 3, а то и в 4. Но перевернуться с нее, конечно, можно. То есть, нужно не забывать, что это байдарка. Вот, после видео я, ну или где-нибудь видео, я прикреплю фотографии, где я сплавлялся по дикой речке. Очень дикой. И чтобы вы понимали, у меня была загружена байдарка, ну, на случай, если я останусь в этом лесу вообще. На день, на два, на три, потому что я, правда, не знал, что там и как. Вот, и суть-то в том, что эта речка, она узкая, и очень много наваленных деревьев. Фотографии я вставлю. Видео обязательно посмотрите. И приходилось, то есть ты проплываешь метров 10-15, и тебе надо байдарку вытащить на берег, на высокий, протащить ее по всем кустам, по всем вот этим деревьям. Там бобры все эти деревья съели, срубили своими зубами, там получаются скалы. И ты уже, когда устал, ты уже не выбираешь, где тебе идти, тут или здесь. Ты просто ее тащишь как есть, через все эти деревья, через, ну, через кусты. Она все выдержала прекрасно, вот, ни одного прокола, ничего, то есть она крепкая. Заказывал я, ну, да, я немножко переплатил за нее, но заказывал я ее сразу с усиленным дном ПВХ, и я не пожалел об этом, как бы вообще не пожалел. Вот, что еще сказать по поводу этой прекрасной байдарки от Time Trial? Вообще, спасибо Time Trial за эту лодку, я, правда, очень ей рад, я не могу ей не нарадоваться, потому что ну, у меня есть моторная лодка, да, но все равно хочется какой-то автономности в походах вот этих сплавов, да. Скоростная, удобная, много помещается, легкость в управлении, не устаешь. То есть вот это сиденье, крепятся они, ну, вот тут липучка, там липучка, все, зацепил этими стропами, все, ты сидишь, отдыхаешь, то есть гребешь, тебе удобно, раз, устал, весло положил, я резиночку еще заказал, как доп, чтобы удобно было под резиночку весло откладывать, то есть взял весло, резинку снял, убрал, все, зацепил, все, сразу пришел. Вот, то есть вот так. Ну, в комплекте они подарок вот сделали, Time Trial. Вот такой вот кармашек. Сейчас ключ от машины туда положим сразу. Что, ну, вот можно перевернуться, такой вот кармашек. Ну, там документы, ключ, телефон можно положить, все, что хочешь. Вот, вот такой вот крем-набор идет. Тут ацетон, клей. И вот положили, спасибо тоже ребятам с Time Trial. Очень много ПВХ, чтобы можно было вообще очень далеко уплыть и не переживать, что там есть что-то проколешь, да, ну, вот этот поперечный порез или еще какой угодно, то есть продольный, и заклеил все, поплыл дальше. Вот, что из минусов хочу сказать. Первое. Я попросил, чтобы мне сделали, ну, так как я люблю рыбачить, да, на спиннинге, я попросил, чтобы мне сделали держатель для спиннинга. Ну, вообще, у них стандартная комплектация он не идет, где-то на фишкаяках, там еще где-то, там, на других лодках. Вот, все, мне его сделали. Но вот в чем проблема. Сделали они его слишком близко к месту, где я сажусь. То есть мое место, да, где они... Вот я сажусь, да, вот сидеть. Вот сразу у меня держатель для спиннинга.
И получается вот какая вещь. Ты когда ставишь спиннинг, да, ну чтобы тебе там проплыть дальше, еще что-то. Ты веслом бьешь как бы в спиннинг, получается. И тебе приходится делать грибок немного меньше, но это не очень комфортно, не очень приятно. Это вот первый минус. А второй минус. Я знаю, что она одноместная, но девушка у меня невысокая, я тоже невысокий, мы 1.70 м. И менеджер мне по телефону сказал, что да, вы там спокойно поместитесь, как можете там. Ну, на далекие походы, конечно, не очень удобно будет, но так покататься будет нормально. Ну и, соответственно, я заказал второе сиденье. И, ну, попросил, чтобы мне там крепление сделали, все. Но по итогу крепления мне не сделали для второго сиденья. Стропы тоже для строп. Креплений тоже нету. Вот, ну это тоже немножко неприятно. Пришлось заезжать в офис, там грел на завод. Дополнительно собирать вот эти вот липучки, которые непосредственно на сиденье крепишь, вот эти вот. То есть я сам там померял, сам это все клеил, сам это все делал. То есть, ну немножко тоже неприятно. Вот. Но в целом байдарка очень классная, мне очень нравится. Правда, вот самые вот три плюса, скажу ее, таких самых существенных. Во-первых, быстрота, скорость сборки. Во-вторых, скорость и маневренность на непосредственно на реке. Вот, с сильным течением, с бурным течением, с поворотами, неповоротами. То есть она нагружена, ты, ну, если ты умеешь вести все, то у тебя вообще проблем никаких не будет. И третий плюс. Очень много можно ее нагрузить. Можно на неделю, на две смело в поход плыть. Да даже можно на три недели плыть на поход. В зависимости, конечно, от потребности. Вот такой вот обзор получился байдарки. Не судите строго, это вообще первый раз я снимаю обзор. Ну, потому что правда, хочу, чтобы побольше людей приобретали такие байдарки. Потому что они правда классные, они дарят море эмоций, море позитива. Правда, потом на несколько дней сидишь после этих сплавов, прям эмоции такой, рассказываешь всем вот эти истории, ну, классно. Вот, так что, всем счастливо, вашу ручку подсказывает. Вот, всем счастливо, всем удачи, сейчас сезон вот только начинается, так что смело, даже не думайте, заказывайте у Тантриала байдарки, не расстроитесь вообще. Главное, более детально обсуждайте заказ, чтобы не было вот таких вот, ну, вот мелочей неприятных, как у меня получилось. Вот. Тайм-триал, еще раз вам спасибо. А мы поплыли. Всем всего доброго. До свидания.